Всем привет! Это железнодорожный вокзал города Екатеринбурга. Сегодня 3 июня 2005 года. Меня зовут Александр Петрук. Я работаю в магазине «Красный муравей». Вместе с диджеем Диеста ожидаем приезда группы «Дабатс» из города Москва. Сейчас на фирменном поезде «Урал». Вот буквально через 20 минут они должны приехать. Мы пунктуальные ребята, и чтобы держать ситуацию под контролем, специально приехали пораньше. Как вы знаете, сегодня день рождения магазина «Красные муравьи». У нас будет отличная рэп-туса в клубе «Плейнет». Всю ночь будут читать рэп лучшие команды местные, также вот «Дабатс» из города Москва и диджей Женя. Я думаю, что все будет круто. Всем пиз. Слушайте рэп. Не надо микрофонить!
сумасшедшим башням, бабки травка в бабках, хотя поступим оба за решеткой лапка, судьям в бабках, на полю малявка, огромный прикол, сколько я ставка, небо на мыльке, платите бабку, думаешь мы нарки, выпусти, бакьо, снова поменяли бабки на травку, думаешь мы нарки, бакьо, нам для патиджанка не жалко, Саня, Мика, Димари и Жека. Внимание, бакьо, легализация, каждого по порции, кто не работает в коллекции, но было мини-классы, не кричит по рации, так уж раскурится, кофе со два пальца, по меркам мне, добрый абсолютно всех, от студента до доктора, инспект, и наши мудрые ученые, за лысинами, не запрещают, за нами сагранисимо, самуниссимо, накалатиссимо, на фасиссимо, и не спалиссимо, два по восьмо, требуем отставку. Снова поменяли бабки на травку. Снова поменяли бабки на травку. Думаешь, мы нахер пошел ты! Респект нашим людям. Курили, курили, и курить, курили! Не надо работать. Не надо работать. Не надо работать. Пока еще не приводила, не важно кто ты, менеджер или водила, вам имеет необходимо контролировать, и в нашем атмосфере рабочего орала, у каждого на отдых имеется право, главное, чтобы начальство про него не забывало, и ни в коем случае его не попирало. Нас, Денис, брат.